Всем привет! В этом видео я расскажу, что делать, если на Android телефоне не работает встроенная клавиатура. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В недавнем времени многие пользователи смартфонов на базе Android столкнулись с проблемой работы клавиатуры. Во время вызова клавиатуры она выдает ошибку и прекращает свою работу. Проблема с клавиатурой особенно болезненной оказалась для пользователей, у которых установлен числовой пароль для разблокировки устройства. Во время разблокировки смартфона клавиатура прекращает работу, не позволяя разблокировать гаджет. Такая проблема возникла в приложении Gboard от Google. Но данное решение может помочь и с клавиатурой от других разработчиков. Далее в видео я покажу, как разблокировать устройство, если клавиатура не запускается, и как решить проблему запуска клавиатуры. Для начала давайте разберем, как разблокировать телефон, если клавиатура не работает. А для разблокировки вам нужно будет ввести пароль. На большинстве форумов и в поддержке вам предложат сбросить телефон к заводским настройкам. Но в результате такого сброса вы потеряете всю информацию, все ваши фото, видео, контакты, SMS и так далее. У нас на канале есть детальное видео о том, как сделать сброс смартфона к заводским настройкам, ссылка будет в описании. Как вы уже поняли, это слишком кардинальное решение для такой проблемы. Но не беспокойтесь, существуют и решения попроще, которые сохраняют информацию на вашем устройстве. У нас на канале есть видео о том, как сбросить пароль. Возможно, один из представленных способов вам поможет. Ссылка на видео будет в описании. Первый способ – открыть Play Market в браузере и установить на устройство другую клавиатуру. Откройте браузер на ПК, перейдите в Market и найдите здесь другую клавиатуру, к примеру, SwiftKey или же любую понравившуюся вам. Процесс установки будет возможен даже тогда, когда экран заблокирован. А после установки вам будет предоставлена возможность выбрать другую клавиатуру, после чего вы сможете ввести пароль и разблокировать телефон. Если первый способ по каким-то причинам не сработал, попробуйте подключить к устройству USB клавиатуру от компьютера. Для подключения вам нужен будет специальный переходник OTG или USB Type-C. После подключения клавиатуры проверьте возможность ввода пароля. Если этот способ не помог разблокировать устройство, возможно, придется делать сброс. Теперь давайте рассмотрим, как вернуть к жизни нашу клавиатуру. Очень часто в различных мобильных приложениях происходят сбои, и приложение клавиатура тоже не исключение. Как недавно было с приложением Gboard от Google. Многие пользователи при запуске набора текста стали получать уведомления, что в приложении Gboard произошла ошибка. Подобные сбои могут происходить по причине переноса приложения на SD-карту или, как в случае с Gboard, после обновления. Для устранения ошибки следует сделать следующее. Для начала выключите телефон и вытащите батарею, если ваше устройство это позволяет. А после верните ее на место и проверьте работоспособность. В некоторых случаях это помогает. Также может помочь очистка телефона от мусора и кэша. Для этого воспользуйтесь встроенными утилитами, либо скачайте стороннее приложение и очистите ваше устройство. Если ошибка возникает при наборе текста в конкретном мессенджере или браузере, проверьте, не вышло ли обновление для него, и обновите приложение. Если же ошибка выскакивает постоянно при запуске ввода текста, нужно что-то делать с самим приложением. Откройте настройки, приложения, все приложения. И найдите здесь приложение клавиатура. Чистим кэш, данные и останавливаем приложение. Эти действия приведут к сбросу настроек клавиатуры до стандартных. После сброса перезагрузите устройство
и проверьте работу приложения. Если ошибка никуда не делась, удалите приложение и заново установите его из маркета. Если приложения нет в этом списке, возможно, оно вшито в систему и потому не отображается в списке. В таком случае откройте Play Market и здесь перейдите в «Мои приложения». Затем ищем здесь нашу клавиатуру, удаляем ее и устанавливаем заново. Если восстановить работоспособность привычной клавиатуры не удалось, перейдите в Play Market и скачайте другую. Благо, что здесь есть хорошие альтернативы. После установки другой клавиатуры, возможно, потребуется в настройках указать текущую клавиатуру. Настройки, расширения, язык и ввод, текущая клавиатура. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, остается только сброс устройства к заводским настройкам. Это вернет старую версию клавиатуры. После сброса на некоторое время отключите автообновление приложений и не обновляйте приложение клавиатуры вручную. А на этом все. Надеюсь, данное видео помогло вам решить проблему с клавиатурой. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!